Вітаємо! З вами «Вірменський час». 25 березня в Москві відбудеться великий джазовий концерт, присвячений ювілею видатного музиканта Сергія Манукяна. Харків досі не може забути минулорічну зустріч з неперевершеним джазменом. Його концерт в Хатобі зібрав повний зал прихильників музиканта. Тепер наше місто чекає на зустріч ще одним талановитим джазовим дуетом. Дивіться у програмі. Лаура і Христина Марті напередодні свого концерту завітали до нас у студію. Вот в каждом городе, в котором мы приезжаем, мы везем какой-то такой сюрприз, который будет только в этом городе. Всеукраинская кикбоксерская ассоциация обрала найсильніших спортсменов для чемпионата Украины. Ребята довольно-таки неплохо заявили о себе на предыдущих соревнованиях. Сегодня мы будем ждем хороший результат. Святковый концерт для жінок организовали культурные объединения Харьковщины. Джаз – это совершенно особый музыкальный язык. Каждый исполнитель вносит что-то новое, а потому любую, даже самую известную композицию порой не узнать. Она словно обретает новую жизнь. В данную секунду мы становимся свидетелями того, как творения легендарного Камитаса оживают благодаря двум талантливым девушкам, которые уже завоевали любовь как украинской, так и зарубежной публики. Альбом «Чанапар» в переводе с армянского «Дорога» привел сестер Мартиросян в их родной край. В Харькове девушки родились и выросли, в том числе профессионально. В их музыке душа двух народов – украинского и армянского. Быть может, потому их песни так понятны зрителям, на каком бы языке они ни исполнялись. У нас в гостях джазовый дуэт Лаура и Кристина Марти. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Барев здесь. Сестры часто берут пример друг с друга. Насколько нам известно, вы выступаете дуэтом. Интересно, кто из вас первый погрузился в мир музыки? Ну, в силу того, что я первая появилась на свет, тогда, наверное, я. Вот. Ну и следом буквально, чуть ли не через годик или второй, уже сразу поспела Лаура к тем же самым талантам. Да, я не отставала. Я с гордостью смотрела на сестру и... Все дело в точности. Рядом с нами была такая музыкальная школа, и доносились оттуда из окон звуки музыки. И вот Кристина гуляла на улице, слышала, и в один из дней, это я уже знаю, так как я чуть младше, я знаю эту историю уже с перерассказов, да, с рассказов. Кристина зашла из кабинета, в один из кабинетов, и вот там оказалась как раз-таки наш педагог в будущем, да. И открывала двери, закрывала. И Евгения Валентиновна выходит и говорит: а что ты, заходи тогда в класс, что ты, то открываешь, что закрываешь. А Кристина зашла, дождалась до конца урока, потом взяла педагога за руку, отвела, мы рядом жили, соседний дом, отвела домой и сказала: мама, это мой педагог будет по музыке. Это было очень неожиданно и для педагога, и для, ну, и для мамы, естественно. Ну вот, собственно, можно сказать, что Кристина сама выбрала этот путь. Когда к вам пришло понимание того, что вы хотите исполнять именно джаз? Джаз пришел уже более в сознательном возрасте. Постепенно, как мы росли, развивались, образовывались, изучали музыку. Естественно, стало интересно такое искусство, как джаз. Оно достаточно сложное, достаточно многогранное. Вот. И выбор был сделан сердцем. Поэтому мы сейчас все разные проекты синтезируем с джазом. У нас есть разные этно-джазовые проекты. Вот в частности, вот этот, с которым у нас будет в Харькове в рамках всеукраинского тура концерт проекта «Лаура и Кристина Марти» в поддержку второго альбома «Чанапар». Это тоже такой синтез этно и джаза. Почему именно этно-джаз? Пришел какой-то момент, когда классическая музыка, народная музыка, там, современная музыка, какие-то еще там, да, очень популярные стили. И пришло к тому, что мы познакомились с джазом, вот, нырнули, так сказать, в этот мир музыки джазовый. И нас это очень
пробудило, как бы, да, вот соединить как раз-таки вот джазовую музыку с армянским, да, с нашими корнями и с тем, что мы помним нашу историческую родину, как мы там 6 лет, все-таки немало, немного, но мы там жили, мы что-то впитали в себя и зрительно, и слышали. И да, бабушка все время дома пела, и мама. Это совершенно верно. До сих пор в ушах звучит. Вот мы решили соединить это именно вот с джазом. Так мы это увидели, услышали и почувствовали. Сохранились ли армянские традиции в вашей семье? Традиция – это очень хорошо. Традиция, передающаяся из поколения в поколение, это очень важно. Это растит очень правильные качества и ценности в любой семье, в любом народе, в любой нации. Уважение по отношению к другой нации, к другому народу и к мнению других людей, отличающимся от твоего. И, конечно же, в нашей семье не просто приветствуются, а нас воспитывали в армянских традициях. 5 апреля будет великий праздник, Пасха. 4 у нас концерт, и мы все-таки надеемся вас всех-всех увидеть 4-го. Встретить весну, так сказать. Да, и вот вхождение в этот праздник. Мы будем очень рады увидеть всех армян на нашем концерте. Зал большой, на 1500 человек. Национальный театр оперы и балета, поэтому места хватит всем, мы вас ждем. Вот, приходите. Не пропустите! 4 апреля на сцене Харьковского театра оперы и балета в рамках всеукраинского тура Лаура и Кристина Марти презентуют свой новый авторский альбом «Чанапар». Вы услышите армянский этно-джаз в исполнении лучших джазовых музыкантов Украины. 4 апреля Лаура и Кристина Марти. 19:00. Живой звук. Билеты в кассах города. Расскажите, пожалуйста, о вашей новой программе, с которой вы приехали к нам в Харьков. Первый город у нас с этим альбомом был Чернигов. Были и армяне. Всегда всех армян приятно очень видеть. У нас музыка армянско-европейская, но вот каждый армянин, который приходит, для нас это большая радость. Хочу сказать, что армянский проект идет очень здорово на ура. Причем не только у армян, далеко даже не только у армян. Обычные и украинцы, и русские, и даже мы встречаем вообще иностранцев на наших концертах. И очень многие нам говорят, нам абсолютно все понятно. Вы даже, ну, мы стараемся перед песнями что-то там, через две песни, обязательно как-то оговорить, о чем песня, рассказать, окунуть зрителя в историю, да. И в конце подходит, говорит, вы знаете, нам все было понятно даже без того, что вы говорили. Вы настолько поете, вот передаете то, о чем песня, что нам понятен армянский язык. И это настолько, это так приятно слышать, что армянский язык понятен абсолютным там, украинцам, русским. Вот французы тоже были на нашем концерте во Львове, подходили. Из Италии тоже подходила, вот сказали, мы ваш диск, вот купили диск у нас, мы вас повезем в Италию, будем крутить. Это приятно, это говорит о том, что... Не возникает никаких барьеров. Да, между языками, это замечательно. Можно вас попросить что-то спеть нам акапелла? С удовольствием. Споем любимую народом песню «Саят Новый», угу. «Горовел». Вара-вара-ра. Ако сара езо джан, ах пер джан, кашир кашир усит мата езо. Ах,
Мурашки по коже, просто. Это было очень сильно. Вы молодцы. Это спасибо. Только от одной песни. Ребята, надо идти, надо слушать и заряжаться энергией. Правда. Каждая песня, которую мы исполняем, если в ней есть слова, то зрителю это понятно, например, да, о чем мы поем. Если нет там слов, там все равно есть под текстом история какая-то, какая-то эмоция, какое-то чувство. И или ты проживаешь это на сцене со зрителем вместе, как друзьям, знакомым, близким ты рассказываешь, просто делишься, или же ты просто уходишь именно в эту историю, и люди видят со стороны эту историю. Действительно, иногда происходит так, что даже часто мы настолько погружаемся в песню, что на какой-то момент ты не видишь зрителя. Ты улетаешь, находишься в этом состоянии и улетаешь, даже если, вот, например, там, песня «Крунг», да, мы поем, ты действительно видишь этого в небе журавля, представляешь действительно свои сады, края родные, небо армянское, ведь правду говорят, что в каждой стране небо тоже разное, да, свое. И это все видно, это ты все ощущаешь, ведь чуваешь. Поэтому улетаем часто мы в песнях, то, о чем поем, туда и летим. Спасибо, девочки. Спасибо, что вы нас пригласили. Мы впервые у вас в армянском часе. Очень приятно. Спасум мэнг дзэс мэр хамэргин. Аствац дзэс пахапан. Это были Лаура и Кристина Мартиросян. Тренеры подбадривают и настраивают своих ребят. Публика томится в ожидании зрелищных боев. Гонг наготове. Спортсменам не терпится выйти на ринг. Еще бы, сегодня они точно знают, за что сражаются. Их главная цель не ограничивается одним лишь получением новых медалей. Они стремятся стать лучшими, чтобы выйти на новый уровень. Сейчас мы проведем соревнования, отберем состав сборной Харьковской области, потом лучших спортсменов проведем сборы тренировочные в Харькове. И в мае месяце уже, в начале мая, будет чемпионат Украины, тоже в городе Харькове, где соберутся сильные спортсмены со всей Украины. И мы будем представлять Харьков на этом великолепном турнире. 14 марта на отборочном турнире, что провела Всеукраинская кикбоксерская ассоциация, Харьковскую армянскую национальную городскую общину представил Авет Багдасарян. Армяне города могут спать спокойно. Их соотечественник стал чемпионом. Впрочем, с такой-то группой поддержки это вовсе не удивительно. Но сегодняшняя победа – лишь шаг на пути к новым достижениям. Спортсменам предстоит хорошенько поработать над собой и продолжать оттачивать свое мастерство, готовясь к чемпионату Украины. Май не за горами. Ждем от армянских кикбоксеров новых трофеев. Восьмое марта – это как день рождения. Международный женский день прошел, а подарки продолжаются. Кого-то поздравляют на работе, кого-то не успели одарить гостинцами друзья. А 17 марта прекрасные представительницы культурных обществ города принимали поздравления от горсовета за активную общественную деятельность и личный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в городе Харькове. Награждена учитель армянского языка культурно-образовательного центра имени Месропа Маштоца Нона Акопян. Это красочный праздник, праздник весны, красоты, праздник души. Я хочу выразить огромную благодарность городским властям, что они ценят труд армянской общины. Это люди, которые участвуют во всех мероприятиях межнациональных. Это люди, которые ведут работу в своих общинах по воспитанию и детей, и привитию им знаний языка, знаний культуры, истории родного народа. Вот. А сам концерт сегодня – это подарок женщинам и национально-культурных объединений, и города Харькова от творческих коллективов национальных общин. Открыла концерт «Песня» в исполнении прекрасной девочки из Харьковской городской армянской общины. Я
Организаторы надеются, что с каждым последующим концертом и фестивалем среди участников будет все больше и больше представителей национальностей, проживающих в нашем поликультурном городе. А тим часом президент карате-клуба «Вагар» став переможцем Кубка світу, що проходив у Польщі. Але про це у наступній програмі. До зустрічі вже за тиждень.